Сегодня прошла торжественная церемония вручения государственных наград Чувашии. По традиции, в канун Дня Республики чествовали лучших из лучших в различных областях. Героями дня стали наши земляки, те, кто родился и вырос в Чувашии, и те, для кого у нас стала второй родиной, кто много лет живет на этой земле и трудится для ее блага. Люди разной судьбы и разных профессий многое сделали во имя процветания и благополучия Чувашского края. Каждый из вас наделен исключительным трудолюбием, ставшим залогом высоких достижений. Государственную премию получил знаменитый художник Праскевий Ти. Орденом за заслуги перед Чувашией наградили исполнительного директора производственного объединения имени Чапаева Михаила Резникова. Медаль ордена вручили известному изобретателю и рационализатору Годину Дульману. Среди награжденных – руководители и работники промышленных предприятий, образование и науки, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, государственные и муниципальные служащие, деятели культуры и искусства, как, например, Виктор Бритвин, художник-иллюстратор и преподаватель художественного училище. Каждое поколение, каждый курс – это встреча с большим количеством талантливых людей, которые на моих глазах становятся профессионалами. Это очень интересно. Всего в этот день заслуженные награды получили 37 жителей республики. Их имена уже вписаны в историю развития Чувашии. И знаки отличия – лучшее тому подтверждение. Елена Гальперина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.